Масштабное и знаковое спортивное событие в эти выходные посетят красноярцы. Вот уже в 28-й раз в городе пройдет международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин». Впервые гостей и участников турнира имени олимпийского чемпиона будет принимать футбол-арена «Енисей». Отмечу, в прошлом году на соревнования съехались спортсмены из США, Японии, Греции и других стран мира. Классика с мамой. В субботу Красноярская филармония ждет мам с малышами от 0 до 12 месяцев для того, чтобы вместе послушать классическую музыку. Родители не только узнают о благотворном влиянии композиции на малыша, но и получат рекомендации. Какие упражнения лучше всего делать с ребенком под классику. Также мамочки смогут потренироваться в исполнении колыбельных. Продолжительность занятия 40 минут. Музыкальная программа, уготовленная для посетителей детского кинотеатра «Мечта». Утром здесь пойдет концерт с участием ансамбля народных инструментов «Вольница». Детей и их родителей познакомят с русскими народными инструментами – баяном, домрой, балалайкой. Их ребята не только увидят и услышат, но и смогут потрогать. Также дети примут участие в сценках вместе с артистами и даже поиграют на ложках в настоящем ансамбле. А всем любителям органной и фортепианной музыки добро пожаловать в воскресенье в органный зал. В 17 часов здесь пройдет концерт известного красноярского органиста Андрея Бардина. Свою программу с магическим названием «Гуарда Че Луна» он представит совместно с журналистом и музыкантом Дмитрием Васиновичем. Они исполнят стихи отечественных поэтов под музыкальные импровизации, классические и современные романсы.